Снова всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive. Ну что же, ребята, под прошлым выпуском вы написали очень много комментариев по поводу нового открытия, и я выбрал один. Black Games, Шиморо. В следующей серии я придумал для тебя очередное испытание, в котором ты должен будешь пройти через густой лес, где много зелени, 5 кейсов операции прорыв. Потом ты должен будешь позвать своих друзей на помощь, 3 револьвер кейса, чтобы победить злобных врагов в лесу, 3 феникса и 3 фальшин кейсов. И когда ты пройдешь все эти испытания, в конце тебя встретит твой дядушка Гейб и вознаградит 2 отличными скинами. Для этого ты должен открыть 1 Браво кейс и 1 CSGO Weapon 1 тиража. Желаю тебе удачи. Тебе обязательно выпадет красный скин или нож, ну или очень что-то хорошее. Удачи, друг. Вот так вот Black Games сделал меня племянником Гейба, дорогие друзья. Но тем не менее, давай я пройду твое испытание, как говорится, и посмотрим, выпадет ли мне еще один нож. Это будет просто шок, ребята, либо что-то еще. Поехали! 5 кейсов операции прорыв, начинаем их вскрывать, ребята, погнали. Первое, что я должен сделать, это пробраться через лес. А лес — это операция прорыв. И выпадает нам штат-трек Негев, пустынная атака. Ну, немножко не то, что хотелось бы, братан. Но, тем не менее, это штат-трек Синька, это лучше, чем что-либо другое. Поэтому я, в принципе, доволен. Давайте крыть дальше и смотреть, что же выпадет там. А нет, SSG 08 Пучина. Кейсы прорыв в последнее время как-то не очень радуют, на самом деле, дропом, ребята. Но, тем не менее, будем продолжать вскрывать. Это довольно интересно. Хотя, возможно, что скоро что-то и выпадет, и нам выпадает десерт Игл Заговор. Первое розовое. Это неплохо, дорогие друзья. Это абсолютно неплохо. Посмотрите, какой красивый десерт Игл Заговор, ребята. What the fuck? Какого качества? Закаленный в боях, я сказал, красивый на него. Ладно, забыли. Но, тем не менее, он даже закаленный и красивый. Это неплохо. Это даже очень хорошо, ребята. Хорошо, ладно, я говорю, не радует. Нормально, нормально, это очень хорошо. Кстати, спасибо вам, друзья, за лайк, дорогое открытие. Опять там и Браво, там и первого тиража. Остановись вот здесь. Но нам выпадает стат-трек P2000, слоновая кость. Ребята, тоже стат-трек, посмотрите. На стат-трек Синьку что-то прет. Я уже говорил об этом, как-то странно. Стат-трек Синечка вылетает просто... просто тоннами, друзья. Но нет, выпадает SSG 08 Пучино нам с вами, друзья. Это абсолютная дичь. Конечно, 2 пучинки мы с вами срубили, и все такое закаленное, посмотрите. «Я тебе ножей надавал», — говорит дядюшка Гейб. А, заговор-то прямо с завода. А почему я прочитал закаленка? Там другой скин показался. Прошу прощения, он прямо с завода, заговор, ёпта. Ёптить, это моя ошибка, там скин другой был, я не туда посмотрел. Ладно, хорошо. Далее мы вскрываем, ребята, 3 револьвер-кейса. 3 револьвер-кейса, которые мы не купили ключи, ребята. Первый раз такое у меня, прошу прощения. 3 револьвер-кейса, которые нужно купить сначала, да? Хорошо, давайте купим эти 3 револьвер-кейса. Потому что нам нужно будет убивать фениксов и фэльшин. Да-да-да, мы будем убивать 3 феникса, и с помощью фэльшинов, я не знаю, что мы будем с помощью фэльшинов делать, но тем не менее, мы сейчас открываем 3 револьверных кейса, потом мы идем за фениксами и фэльшин. Все, поехали. А револьверные кейсы. Мне, кстати, ни разу не выпадал вот этот револьвер. Я бы очень хотел, чтобы он у меня появился, но он мне не падает, к сожалению. И мы снова выбиваем с вами, ребята, стат-трек Синьку. Это отвратительно. Это хорошо одновременно и отвратительно, что это Синька. Но стат-трек, ребята, посмотрите, как сыпется просто. Ладно, поехали. Да, ой-ой-ой, это что забыло за дичь? Кто это видел, напишите, Шиморка, я это видел. Нихера себе. 2 калаша плюс там стат-трек. Ёлки-матрёлки. Что-то с Гейбом не то явно. Дядюшка, блин, дядюшка, раз дядюшка, давай еще один ножик, либо что-нибудь еще, блин, нам. Не, ох, из жопы достали прямо, посмотрите, прям. Я не знаю, это частое явление для револьвера. Господи, я прочитал на нем немного поношенное, это видите, тут вот так вот, когда наводишься, не сразу отображается нужное. Ну ладно, тем не менее, давайте мы теперь убиваем фениксов, то есть мы сделали 3 выстрела, и вот они, фениксы, начали падать с небес. Насколько я понимаю, да? Фениксы падают с небес, и из первого феникса ни хера не выпадает, видимо, лоу-левельные. Локация не та, ребята. Низкоуровневые фениксы падают с небес, но тем не менее мы продолжаем смотреть, что же за дроп нам выпадает в фениксах. А в фениксах опять сплошная синька. Что-то на фениксы тоже как-то не пруха, ребята. Ладно, ладно, продолжаем крыть эту дичь. Продолжаем крыть эту дичь активно. Ёптить. Надо, чтобы дропецкий какой-нибудь вылетел. Вон там Азимов валяется. Можно же выбить Азимов, но нам дается Умпа, Капрал, ребята.
не то пальто, которое хотелось бы носить, но тем не менее. Фэлшн теперь, прикрываем может быть фэлшном как раз... это то, что было под фениксами, наверное. Я переворачиваю фениксов, и там выпадает USPS закрученный. Ну что ж такое, где аквамариновая месть, где скоростной зверь? Габен, ну что ты, блин, давай по-нормальному же, нормально сидим, общаемся. Я понимаю, что ты ножи последнее время мне только так откидываешь, но тем не менее, можно же было какой... Ох, спасибо большое за фиолочку, неги в болтунном выпадает, друзья. Все-таки сделал свой шаг. Навстречу, как говорится, хоть одну фиолочку еще подбодрил нам сегодня. Ой-ой-ой, там розовая. Ой, там розовая пролетает, но получаем мы с вами элитное снаряжение P90, которое является абсолютным ненужным говном, которое мы тоже, кстати, в контракте сегодня запихнем. Ну а теперь финалочка, ребята. Твой дядюшка Гейб вознаградит 2 отличными скинами. Для этого ты должен открыть 1 Браво кейс и 1 CSGO Weapon кейс первого тиража. Это очень дорогие кейсы, друзья. Ёптить. Ну ладно, давайте начнем с Браво. В прошлый раз моей жене упал изумрудный дракон здесь. Посмотрим, что дальше выпадет. Может выпасть огненный змей, что является крайней-крайней редкостью, но нам выпадает фиолочка. Спасибо хотя бы за фиолочку, 1000 рублей в клик, блин, и нам выпадает вот такая вот МАК-10 гравировка, ребята, закаленная в боях еще к тому же. Ладно, давайте крыть оружейный кейс первого тиража. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь может выпасть полная лажа. Да, ребята, дорогие кейсы сегодня не оправдали себя, и Black Games, видишь, получается, ты меня обманул. Но да ладно, ты же не мог знать на самом деле, поэтому давайте сделаем контрактики из синечки. Закинем вот так вот, запиндюрим всякую дичь сюда, давайте, в обмен это все, ребята. Не будем многословными, будем смотреть сразу, аук закрученный нам выпадает, говна кусок. Но, блин, так, здесь мы не можем сделать, еще мы можем контрактик, еще один синий контракт у нас, ребята, сейчас пойдет в ход. У нас есть с вами всякая разная дичь, которую можно накидать даже вот так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так давайте сделаем. Давайте вот так еще сделаем. Еще один синенький контракт, ребята, идет в ход. Что же это будет? ПП-19 Бизон, топливный стержень. Пруханул. Очень странно. Один... Ладно, пускай будет так. Еще можем сделать? Еще, еще не хватает, ребята. И стат-треков тоже мы, к сожалению, сделать не можем. Здесь тоже нам не хватает. Ну что ж, тем не менее, дорогие друзья, получилось у нас 4 фиолочки. Получился десерт Игл Заговор. Это довольно неплохо, как я считаю. И, соответственно, мы переходим на сайт и пробуем удачу там, друзья. Поехали! Ну что ж, дорогие друзья, мы попадаем на сайт elitecase.net, где будем пробовать нашу удачу сегодня, ребята, будем продолжать давить и тащить. Так, давайте посмотрим ленту дропа. Лента дропа удручает, ребята. Ядра кабальта вылетают, метеориты, блин, ну ничего серьезного, я смотрю, сегодня здесь ребята не бьют. Ну, давайте проверим, что мы сможем с вами надрюкать, как говорится. 2040 рублей на балансе, я даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте, ребята, начнем с засекреченки. Засекреченка — это всегда приятно, поэтому понесло. Опа-на! Кто-то десерт игл золотой выбивает из хорошего элит кейс, блин, кейса. Ладно, давайте проверим, что сначала здесь упадет, ребята. О-та-та-та-та-та! Нихера себе, давайте проверим. А я тут позавидовал уже пацану, который выбивает золотого карпа, ребята. Вот это я понимаю, вот это я понимаю вскрытие, ребята. Так, вот это лайка достой. Давайте золотой кейс тогда, ребята, пройдем. Ребята, нихера себе. Нихера, никогда у меня такого не было, чтобы с первого раза я что-то вскрывал. Здесь, значит, выбили золотого. Значит, мы его... О, что за 500 рублей? Бронзовая декорация, сука, следом летит. Вот этому пацану повезло больше, чем мне в этом кейсе. Ну ладно, давайте, ребята, я уже в огромный плюс вышел, нихера себе. Ладно, хорошо, это мне нравится, давайте случайные тайны откроем. Океанскую пену бомбанули, ребята, просто на изи катке. Это очень здорово. Ладно, вскрываем, вскрываем дальше. И вот здесь Драконлорд там был! Но тем не менее, плюс огромный. Ёпта. Ребята, сначала Габен, теперь... Чё за дичь? Что за дичь? Вы посмотрите. Ну-ка, давай-ка дрюкать еще раз. Давай-ка выдрюкаем мне полностью. Вы видели, там Драгонлор, ребят, чуть не докатился. Дичь какая. Я видел уже на этом боте, в принципе, Драгонлор. Не раз вам показывал, но я не думал, что до него может вообще хотя бы близко приблизиться. Здесь мы уходим в минус, ребята. Давайте продадим вот эту вот дичь.
А здесь мы уходим минус, два раза в минус, два раза в хороший плюс, ребята. Это мне нравится, такие открытия меня устраивают. Так, случайный эмочка, и либо случайный ак. Давайте случайный акусик, ребята, дернем. Мы еще не дергали акусика. Да уже, блин, две пушки, которые, в принципе, все дело сделали, как говорится. Нихера себе. Так, ладно. Акусики, ой-ой-ой, я так и знал. Я так и знал, что сейчас буду вылетать просто в дикие минусы. Слишком много хорошего наоткрывал. Ёпта. Что ж делать-то, ребят? Давайте авапу еще вскроем. Либо сейчас примем шмотки и посмотрим, что вообще есть на боте. Надо было посмотреть на боте. Но после того, как мне два раза выпадают такие вещи, ребята, даже на бота заходить не... Ну, ты мой маленький, сука, пролетает мимо. Но это нереально. Там, скорее всего, шанс 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 какой-нибудь вообще. Либо вообще его нет, потому что это странно. Ладно, давайте сейчас я зайду быстренько на бота, посмотрю и уже дальше определюсь, что мне вскрывать. Давайте заберем океанскую пену. Океанская пена — это вообще неожиданно, ребята. Очень хорошая пушка, очень древняя, очень старая в контрушке. Поэтому тема такая, это очень круто. Так, хорошо, Steam. Олень мне предложил обменяться. Опа, океанская пеночка к нам приходит, друзья. Давайте сейчас посмотрим, что есть у инвентаря моего друга-бота. Друг-бот, инвентарь друга. Так, ладно, предметы удачи с тобой. Что мы имеем? Мы имеем акусики, мы имеем эмочки, мы имеем авапочку. А очень много АВП, ребята, есть еще ножик на сайте. Ай-яй-яй-яй-яй, очень много говнеца. Очень много говнеца, ребята, затарили. Видимо, мы вырвали с вами вот эту океанскую пену. Ой-ой-ой, там еще эмочка есть. Тут еще у нас есть вот это красивый скин. ТЭК-9 терраса, там даже именной знак какой-то. Не так много оружия, я вижу, прямо очень дорогого, чтобы... Аж визжать от него. А, нет, есть, видите, все-таки есть. Все-таки мы с вами дергаем, ребята, нормально. Давайте вот это заберем. Вот это. Прямо с завода, ептить. Вот это да. Вот это я понимаю, океанская пенка. Ладно, хорошо, я понял. АВП надо стараться выдернуть. А у меня не так много денег осталось. Ну, давайте. Может быть, убийство продадим. Я не знаю, сейчас посмотрим. Или оставить его, мало ли, ни хрена не выбьется. Там не так много. Много, конечно, страниц, но очень много трэша сейчас набу... О, ты в бойца вышел, лол! Небольшой плюс. Я продам бойца, ребята. Давайте еще пооткрываем. Мы же все-таки видео записываем, надо пооткрывать. Там АВП Азимовы были. Вот я сейчас настроен, чтобы АВП Азимов выбить. Там 2-3 драгонлора, конечно. Четвертый драгонлор мне еще пролетит, и бог червей получает. Но тем не менее. Тем не менее, мы с вами уже на одну АВАПу вышли. Да, давайте не будем пока давить АВП. Я там видел еще калашик, поэтому давайте калашики попробуем пооткрывать. Если калашик попадется, то это очень классно. Я там видел много всего интересного по калашам, поэтому хотелось бы вскрыть, но мне выпадает, сука, африканская сетка, а? Не тот калаш я хотел, черт подери, ребята, я вот сейчас зря, наверное, надо было забирать, если так пропёрло. Еще на одной АВП нажиться, давайте еще на одной АВП наживемся, и там остается 80 рублей, этого хватит, чтобы вскрыть что-то еще, насколько я знаю. Ну, неплохие плюсы, конечно, третий плюс был не такой большой, но, сука, в гадюку ушел. Эх, ребят, надо вовремя останавливаться, как я считаю. Давайте серебряный кейс откроем. Давайте вскроем серебряный кейс и посмотрим, что может выпасть здесь. Вдруг в серебряном... Там 500 рублей мешочек у нас постоянно крутится. Не знаю, нужен он или нет, лучше... Отсюда! Ай, нет, сука, да это ни о чем. Но, тем не менее, это окупило дичь. Давайте еще раз попробуем. Раз уже купило, ребята, давайте еще раз дернем. Жесть какая, там вон ребята выбивают злобный даймик, кстати, неплохой дроп. Жалко, он дешевенький, но прикольная пушка, мне очень... А вот здесь уже нормальный плюс, мы с вами можем вернуть пожиточки, как говорится, и начать дрючить что-то. А давайте сделаем вот так вот, случайный М4 А4, мы сегодня его не вскрывали, и попробуем еще выдернуть какой-нибудь интересный десерт-игл. А П2000 это уже невероятно круто, в коллекцию мою, у меня такой океанской пены еще не было. Здесь пролетает мимо рентген, выпадает рассвет! Вот это я заберу. Вот это охереть. Рассвет, я не помню, видел я на боте или нет, но мне выпал рассвет, ёпта, ребята. Это не дичь. Это хорошая пилюлька. Это очень круто. Ее я тоже забираю, ребята. Вот это я понимаю. Золотой карп!
Золотой карп перекатился. И у нас с вами все, больше ничего нет. Ладно, юспик тоже продавать не буду, тоже заберу. Все это пригодится мне в будущем на ставках и на всем прочем. То есть забираем. А юспик мы забрали с вами. Получается, бойца мы продали, там мы пушку забрали. И давайте сначала примем юспик. Принимаем юспик. Так, Батяцкий, главное, Steam не лагай, пожалуйста. Главное, Steam не лагай. Так, хорошо. Так, что там за юсп, ребят? Скорее всего, после полевок какой-нибудь. Закаленка вообще. Закаленка, ну, ничего, тем не менее. Пригодится, ребят. На ставочке всегда такие вещи, это очень здоровски. Так, юспик мы, соответственно, забрали. И теперь забираем вот эту вот сладкую пиндюльку. Уи-ху! Нормально, нормально так получилось, блин. Правда, то, что я племянник Гейба, к сожалению, это не сыграло роли. Габен только розовую дал одну. Вот это мне нравится. После полевых испытаний рассвет, ребята, надо посмотреть на нее сейчас в контре, как она вообще выглядит, достойная или недостойная. Это очень важно. Это очень важно. Неплохой, неплохой дроп. Посмотрите, насколько неплохой дроп. Правда, я продал, видите, бойца и в итоге ушел в минус. Надо было вовремя останавливаться. Но, тем не менее, я, кстати, выбил рассвет и вернул, грубо говоря. Ладно, сейчас проверим. Сейчас проверим, как это все выглядит. Ну, так вот выглядит у нас океанская пенка. Дорогая. Сучка, дорогая пушка, это океанская пенка. Старенькая, но дорогая. Прямо с завода, ребята, из нее крафтится. Вы не представляете, что? Огненный змей. Здесь закаленочка, но юспы убийства, даже закаленные, выглядят красиво, это мы все знаем. А вот это уже нужно оценить, как она выглядит. А, есть небольшие потертости, ну, много потертостей, скажем так, признаться. Но, тем не менее, неплохая пушечка рассвет, я считаю, нам сегодня тоже выпало, ребята. А из нее крафтится, получается, у нас гидропоника АК-47. Тем не менее, открытие получилось, как мне кажется, очень классным. Спасибо вам, друзья, за ваши лайки. Предлагайте, что открывать в следующем выпуске. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Очень много интересных пишется. Естественно, я выберу один. Ну а с вами был Шиморо. И до новых встреч на новом видео. Всем пока, удачи и успехов.